Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Симкин. Я врач-остеопат с 30-летним стажем и также эксперт в эргономике с опытом преподавания около 20 лет. Вы отвечаете за персонал. И ваши сотрудники устают на рабочем месте. Они сильно устают. И также у них что-то болит. И вы знаете, что уставший работник – это полработника, а больной работник – это практически вообще не работник. Почему так происходит? Потому что они работают в неэргономичных условиях и в неэргономичных рабочих позах. Пройдите по офису и посмотрите, как сидят ваши сотрудники. Многие из них сидят вот так, некоторые вот так. И у них мышцы спазмированы, позвоночники зажаты и формируют самые различные заболевания. Если вы думаете, что страховка решает эту проблему, то нет. Как правило, это консультация невролога и назначение обезболивающего, которое, кстати, не лечит. И тем более страховка не покрывает отсутствие вашего работника на его рабочем месте, пока он болеет. В то же время есть вполне бюджетный способ решения этих проблем. Это мотивация и обучение сотрудников эргономики. Как правильно сидеть, как правильно настроить свое рабочее место, чтобы сохранять естественную рабочую позу. Это несложно и это эффективно. Давайте сотрудничать. Давайте делать ваших работников более счастливыми, а вашу компанию более прибыльной.